Чуду, лепешки из пресного теста с большим количеством начинки. Чуду готовит с творогом, картофелем, грибами, мясным фаршем или с разнообразной зеленью. Попробуйте начинку из зеленого лука. Тесто для чуду обязательно нужно раскатать тонко, тогда вкус выпечки будет лучше. Начинка в основе вкуса, а тонкое тесто дополняет. Зеленый лук хорошо сочетается с яйцом и сыром, и такое сочетание подойдет для начинки. Список ингредиентов в конце видео. Подготовим ингредиенты. В миску насыпаем муку и соль, добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла. Небольшими порциями добавляем теплую воду и замешиваем тесто. Когда тесто стало эластичным, оставляем его на 10-15 минут. Готовим начинку. Зеленый лук моем, режем и высыпаем в миску. Подписавшимся, больше вкусностей. Вареные яйца нарезаем и добавляем к луку. Насыпаем в начинку тертый сыр, молотый перец и добавляем ложку подсолнечного масла, все перемешиваем. Тесто разделяем на 8 частей, каждую часть раскатываем тонко. На одну половину выкладываем начинку. Накрываем второй половиной теста и защипываем края. Сковороду смазываем маслом и разогреваем, выкладываем чуду, готовим на среднем огне, по 2-3 минуты с каждой стороны. Чуду с зеленым луком подаем к столу, приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Вот из чего готовим блюдо. Лук зеленый, 2 пучка, яйца, 3 штуки, масло подсолнечное, 4 столовые ложки, 2 столовые л. В тесто 1 столовый л. В начинку 1 столовый л. Для смазывания сковороды. Мука пшеничная 1 стакан. Соль 1 щепотка. Перец черный 1 щепотка. Вода 50 мл. Сыр твердый 30-50 грамм. Количество порций 8. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачного дня!